Владимир Путин побеседовал также с канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь шла о ситуации в Сирии и проблемах мирного урегулирования украинского кризиса. Собеседники говорили важность дальнейшей совместной работы по выполнению минских договоренностей, в том числе с учетом итогов октябрьской встречи лидеров нормандской четверки в Берлине. Выражена обеспокоенность на режиме тишины в Донбассе. Кроме того, президент России и канцлер Германии обсудили транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. Владимир Путин обратил внимание, зима по прогнозам будет холодной, и есть риск, что Киев начнет несанкционированный отбор топлива. Ситуацию обсудят Еврокомиссия, Минэнерго России и «Газпром».